Что тут можно придумать еще? Давай я пробую залезть в тот угол сходить. Стой здесь. Что там наверху? Смотри, чтоб на тебя никто не напал. А то я не могу быстро прибежать. Лук какой-то непонятный. Так, и чего? Блять. Ну тут ничего нету. Вообще что-то не без понятия. Как ее сюда перетащить-то? Блять, и прохождение смотреть. Вряд ли кто-то в чате играл в это. Как он перекинет ее? Да и чё толк, что он ее перекинет? Он с ней сделать-то ничего не может. Тут огня даже нет. Чё она сюда убегает все время? Ладно, бы тут можно было палку где-то поджечь. Еще бы какая-то мысль была бы у меня дальше. Но нет. Да я понимаю, что они не просто так здесь. Для чего-то они да нужны. Тут мы пришли изначально. Да что ты меня отцепил-то? Мы еще раз посмотрим внизу, что. Она тут будет. Вряд ли, если я вернусь и верну ее назад, что-то изменится. За семь здесь куча бочек, а там бомбы или не бомбы, что-то непонятно. Здесь никак и никуда. Здесь только есть вот эта колонна непонятная. Чего? Бонсуа. Как это сейчас, блядь?
Моргало, блядь. Сейчас колонну отпизжу, блядь. Ее надо вниз привести. Нормально тебе ходить так? Прикольно? Ее надо вон туда привести. Так, отпусти. Так. Пойдем за мной. Ну, огня здесь тоже нет. Так что зачем я тащу эту бомбу, непонятно. Справа? Вот сюда она ведет. Она ведет сюда же. Вышел Симонами. Так. Теперь все встало на свои места. Да это, блядь, было не видно, ёпта, алло. Иди сюда. Чисто случайно заметил сейчас, что там люстра висит. Если бы не повернул бы, нихера бы не заметил. Пойдем, пойдем, пойдем. Там еще такие дела будут, охуеешь. Пойдем. О. Пойдем, 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 пойдем. Давай, 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 давай. Я тебе еще такое, блядь, покажу. Да, пойдем. Смотри, смотри. Тихо, тихо. Шш. Ой. Вот, блядь. Стой здесь. Стой, стой здесь. Я сейчас обернусь, подожди. Ну не должны же тут свечи потухнуть. Это уж будет совсем. Так, ну, а чё, как мне лучше? Наверное, лучше сделать так. Оставить. Скорее всего, взять. Нет. Ага. О, сука, беги!
И бета бесстрашная, даже не сдвинулась, не шелохнулась просто. Хорош. Так, вот теперь можешь сохраниться. А что там за мост тогда был? Зачем это туда? Чё? Что? Или может это чуть попозже? Так. Гоп, сидим. Дай. Садись ко мне. Причем здесь диван вообще непонятно. Он и рано или поздно руку так оторвет. Ну такое хватает все время. А, нет. Пойдем. Знаешь, на что это похоже? Heart of Darkness. Вставай, вставай! Я надеюсь, я ее ударить не могу. Чё ты, пёс? Козёл. Пойдём. Миомор. Боже, они тебя не будут доставать. Не будут же? Бэтгроунинг. Ну так. Так. Окей, опять бомбы. Ты что, ебанулись? Так, сейчас главное, чтобы они ее не схватили. Вот что самое главное. Потому что я не знаю, откуда они появляются. Ты думаешь, я не вижу, блядь. Идем. Еба вас тут. Ой-ой. Не беги туда, не надо. Они с хп им переборщили немного. Да, блять, куда понёс-то, ёпта?
Серьезно? Куда унес? Ты, блядь, прикалываешься? Где это? Лиан! Да ебать, серьезно? Дед. Охуеть. А вас не слишком много-то здесь? Нихера. Чё-то слишком много их. Не, давай, бля, я даже не знаю, где лучше с ними драться тогда. Давай здесь. Да ты охуел, что ли, блядь? Иди нахуй. Давай. Ну и же хуйня мелкая. Куда пошла, блядь? Так, не отходи от меня, подруга. Они еще хотят, видимо. Твою мать. Нет, 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 нет. Да сика. Нет, 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 нет. Медь летающий беспокоит прям. То, что он ее может утащить в любую точку. Или еще будут? Бля. Положь тропку. Да пошел нахер. Уже херели? Да иди ты нахер, слышь? Бля, не смей. Летающего надо ушатать. Не трогай. Нет, 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 не смей. Фух. Фух. Еще? Я надеюсь, это не бесконечная, просто хуйня. Блять, они появляются и появляются, появляются и появляются. Ты охерел, что?
Твою мать. Это плохо, это плохо, это плохо. Блять, улетел. Да ты мудак, нет. Куда он, блять, улетел? Вот куда, блять, он улетел? Сука, уроды, блять. Унес вообще в другую половину карты. Охуел, блять. Ну и чё, как я вернусь? Игра, ты охуела, по-моему. Где вот она? Да ну тебя в пизду. Ну серьезно, ну что это за бред? Столько ебашить их. Толку вообще никакого. Короче, побежали. Ты, блядь, дура, что ли, блядь? Побежали, говорю. Короче, не деремся, просто бежим. Ищем выход. Если выхода не будет, деремся. На нах! Она просто взяла всех, убила. А чё, ты не могла так раньше? Ты чё толкаешься? Женщина, ты куда? А чё она так раньше не могла? Просто током ёбнуть и всё. Смотри, ворота открыты. Теперь мы можем выбраться отсюда. Так просто. Что-то какое-то сомнение есть. Что нас просто так возьмут и выпустят. Сейчас ещё заставят... заставят назад вернуться. Пойдём, пойдём. Да ну... Чё такое? Что это за хуйня? Ты ещё, мать твою, кто? Шо? Ты кто? Тебе Йорда сюда привёл? Ты знаешь эту девушку? Кто она? Она моя дочь. Чё? Перестань тратить ее время. Не переводи бы небесский. Да. Она живет в другом мире, нежели мальчик с рогами. Знай свое место. Иди отсюда. Чё? Ты в порядке? Что у тебя с плащом происходит? Ну-ка, и я о том же. Что она сказала? Что? Не переводи бы диалект. Чё ты там горишь? Ой, сука. Не открывается. Сейчас что-нибудь придумаем. Смотри. О. О. А что это я делаю? Я не знаю. Тут больше, что ли? Вы геморрой подкинули. Ты не понял, ты мне помочь хочешь или ты мешаешь мне? Чё ты делаешь-то? Чё это такое? Да мать твою, сколько их тут? Так. Какая-то магия. Не знаю, что мы сделали. Газ подали, может быть? Не понять. О, диванчик. Ёпть, пойдем.
Давненько не кохались. Давай. Нифига, ну. Да ну. Да, 50. Да при чем здесь Симпсон-то, блин? Вообще ни при чем. Выдумываешь какие-то связи непонятные. Так не работает. Зачем мы это все зажгли? Голубь! Как он как уебу. Хватит клевать мою зерну. Так, и чего? Я не понимаю. Зачем мы это зажгли? А, тут везде зажглось. То есть, типа, теперь тут нет врагов? Наверное. Вот бы сейчас карту. Локация не маленькая. Да ну, рисовать что придумать. Так. Бомбы. Бомбы. Угу. Думается мне. Нет. Окей. Где карта, Билли? Нам нужна карта. О! Привет. А где бомба? Где бомба, Билли? Нам нужна бомба. Куда она, блядь, укатилась? Да серьезно, куда она делась? А, вон она. Сама незаметность. Да ну возьми ее что-то. Ну, давай попробуем. С рождения Айка с рогами ходил. Молодец. Хороший мальчик. У, сука. Жахнет. Ей. Кстати, да. Может, это как с Зельдой. Многие же до сих пор думают, что главного героя Зельды зовут Зельда. А че его не Зельда зовут? Паренек Зельда. Да. Ну, карту почистить. Ну, что-то я там наиграл кучу всего. Мне кажется, там уже это... Сохранить некуда. Так, ну и что тут у нас? А, нет, опять вы. Пошел нахер! Им слишком много сделали хп. Прям ядрить как много. Дай, пожалуйста. Да вы опять что ли начинаете? Ну конечно. Пойди сюда.
Просто они не такие сложные, мне каждый раз вымораживать с ними драться. И не всегда понятно, бесконечные они, конечные. Бля, ты можешь не загораживать мне обзор? Встал, Блэд. Да ты чё ху... Блять, вставай, пошли! Твою мать. Влезай! Ты чё, блять? Говно! Драки хочешь? Обратной стороны стрима нет. Зачем она тебе? Ну, посидим. Я что-то устал. Все эти монстры, блядь. Заебали. Садись. Чё ты? Да тут ничего нет особенного. 100-500 коробок, которые друг на друге стоят. И сверху, блядь, светильник. С веб-камерой. Тебе на это хочется смотреть? Ну, блядь, нет, у меня штатива и такого места, на которое можно поставить лампу, чтобы она мне в лицо светила. У меня лицо было светлое. Нет. Так, еще мы делаем. Есть подозрение, что вон туда. Реально блоки так классно таскает. Вот бы во всех играх, где такое нужно делать, они все так таскали. Шедеврально было. Слушай, я что-то сделал. А что я сделал? Ну, я не знаю. Будь зло. Я не буду играть твоего Артура и не буду в твоих. Сказал уже. Так, а что-то не то. Что? Ну не ее же оставлять на блоке, чтобы самому пройти и посмотреть, что там. А я с другой стороны. Здесь. Чай, посмотри, что там. И вернусь быстро. Вдруг там есть какая-нибудь бочка или типа того, камень, не знаю. Нет. Нет, к сожалению, нет. И ну, мы можем, в принципе, назад вернуться. Смотреть, может, там есть. А чё пишешь? Раз знаешь, что я играть не буду.
А. Не, может и не прокатит, кстати. Вполне, кстати, что не прокатит. Да я не про эти твои. Я про всякие резиденты. В которых еле толкаешь вечно что-то. Будто оно весит, блядь, 100 килограмм. А это ящик, блядь, пустой. Или как в Динокризисе, блядь, где ящики, короче, размером с человека. Охуенная тема. Так, вы вылези, пожалуйста, из этой. Нет? Этого мало? Да в смысле? Нет? Да он такой-то, да. А что тогда делать? Бонсуа. Лестница. Не, ну что, я могу оставить ее здесь. Что ты делаешь? Ты издеваешься? Постой здесь. Еще я по-быстрому сгоняю. Ну, проиграю. Если ничего страшного. Если тебя схватят, кричу, и насилуют. Правда, я не приду, не помогу. Вообще я не могу залезть назад. А, нет, могу. Стоять. Так, чисто для профилактики. Ты где? Ты чё ушла-то? Там вон лестница наверх. Я сейчас смотри, что. Я сейчас смотри, я сейчас войду, пролезу. Скорее всего, выйду здесь. Ты постой. Подожди еще минуточку. Сейчас я. Так я уже говорил об этом час назад. Загружается определенное количество локаций. В колоссах загружается все сразу. О! Здорово! Так. Тихо, я сейчас к тебе приду. Сейчас посмотрю, здесь что есть. Чуть-чуть здесь еще есть. Какая-то дверь. Э! Слышь, блядь! Бонсуар, блядь! Чё, охуели, шо? Ну и куда ты ее понесешь? Не для тебя роза цвела, ёпть. Стоять, блядь. Улететь хотел? Хер тебе. Куда ты бежишь? Блять, ебанат нахуй. Ты, сука, мудак, блять. Уроды тупые. Чё тебе? Козел дерзкий. Пойдем. Все?
сука, будем мочить в сортире, блядь, просто. Все? Успокоились? Сохранимся. Так во-во. Это прям как моя бывшая, да? Твои враги важнее меня. А как я наверх вернусь теперь? А, ну, в принципе, чего? Там же... Мы сейчас внутрь выйдем. Блин, как идеально. Ты подгоняешь, прям мне нравится. Кстати, о том, о чем я сейчас только что сказал. Сука. Ой, бля. А ты хорош. Пойдем. Идеально, говорит, подгоняет. Вяк мимо. Так, тут момент в следующем. Я не могу наверх поднять, скорее всего. Хотя, я не помню, она по лестницам лазит? Ты это, лестницами пользуешься? Подруга? А подруга? Бунсуа, ты по лестницам умеешь? Ой, умеешь. Красота, епт. Только зачем я тебя сюда тащу, не знаю. По цепям-то ты не умеешь. Потуси здесь. Минуточку буквально. Сейчас я по-быстрому разберусь. Там через две комнаты дела у меня. Дали. Вот тут. Ты тут? А, ты тут. Окей. Что происходит? Бля, бежать придется ранее калка не есть что. Тверкаем. Опа! Да, блядь, в смысле? Камера не фиксируется. Вот это бесит. Ты чё, угораешь? Ты меня чё, хочешь заставить это, лезть с самого начала, что ли? Ты, блядь, троллишь? Как я ее туда буду поднимать? Легко. Я же могу ее туда поднять. Ой, тихо! Да, сука. Нельзя тут раскачиваться. Потому что, а как? Вверх он лезет. Ты почему ты выше-то не залезаешь? Хорошо, давай еще раз.
Хотел сказать, нужно было, короче, спуститься, поставить ее там, уйти, дернуть цепь, просто она вместе с платформой поднимется. Да толку-то, блять, я не поднимусь. Мне все равно придется подниматься. Ух, я могу повторить. Не проблема. Наверное. Главное, чтобы на нее сейчас никто не напал. Пока я тут хожу. Вот, блять. А тут теперь железка, да? Из-за нее схватиться нельзя. Выбись. Нахуй умер. Отлично, блядь. 10 из 10. Твою, блядь, мать. Пойдем. Да и вряд ли получится. Она, скорее всего, фиксируется каждый раз. Да, блядь, ты что, дурак, нахуй? Бонсуа, иди сюда. Я буду звать ее Бонсуа. Бонечка. А что блок-то остался? Ты чё? Бонь, ты чё? Бонь, возьми меня за руку, заебало. Скорее всего, как я из комнаты ухожу, она куда-нибудь перемещается. Ну, я проверю сейчас. А, она за мной пойдет, скорее всего. Что здесь? Сейчас начну куда-нибудь уходить. А она начнет гулять просто. Она уже, скорее всего, гуляет. Не гуляет, смотри-ка. Так, а как еще-то можно это провернуть? Блок вроде никакой нельзя сюда кинуть, ничего. Залезть тоже вроде никуда нельзя. Странно. Вот здесь как-то спрыгнуть. Но он прыгнет по прямой только, скорее всего. И там стена. Здесь еще тоже что-то непонятно. Какие-то платформы. Нахуй они здесь нужны. Да, ее там нет уже. Какого хрена? Что это такое? Что мы еще можем провернуть? Явно не это. Отсюда прыгнуть тоже вряд ли получится. Сюда я не долечу. Так, а что тут справа было? Да, в общем-то, ничего. Кроме лестницы, с помощью которой я спускался, скорее всего. Но я прыгнул вниз просто. Ибо женщина была в беде, и я просто ринулся. Так, а куда мне нужно попасть-то?
На... Бонь! Он ее так и зовет, Бонь. Бонь! Следующий вопрос. Можно ли залезть вот на эту хрень? А дальше он не лезет просто, да? Тихо. Тихо. Ты, блядь... Ты еблан. Ты чё, блядь, не хватаешься-то? Ой, блядь. Давай ещё нахуй неделю будем это место проходить. Оно ж такое классное. В нём так много смысла. Вау. Стой здесь. Что ты делаешь? Ты... Кружок. Бонь! Бонь, иди сюда. Ноги не сломай. Это реально, а что мы можем сделать еще-то? Что-то я не вкуриваю. Смысл в том, что ты пишешь, есть какой-то? Если она ресетается каждый раз, когда я в комнату вхожу. Да ёб, чё здесь такое-то, блин, постоянно? Чё-то застреваю. У неё есть начальная точка. В комнате. Она вот в предыдущей комнате должна была внизу стоять, в этой яме, пока я не вернусь за ней. Но она из нее выходит. Какого хрена, не пойму. Просто по логике вещей он должен просто здесь, знаешь, допрыгнуть и все. По логике. Но он не допрыгивает. Я не знаю, в чем дело. До конца не долезают. Ой, качельки.
ничего бы не помогло. Там, блядь, так далеко прыгает, что пиздец просто. На блок сюда затащить явно не получится, потому что ступенька. В чем смысл тогда? Ну, максимум я бомбу сюда могу принести. Ну, что мне это даст? Абсолютно ничего. Что ты хочешь, игра? Я не понимаю. Я не могу залезть сюда. Спрыгнуть сверху я тоже не могу, потому что сдохну. Чё-то бред какой-то, по-моему. С такой высоты, если я спрыгну, я сдохну явно. Ты идешь там? Идем сохранимся. Я могу попробовать, конечно, спрыгнуть, но что-то у меня такое ощущение, что это какая-то хуйня будет. Сейчас попробуем. Сохраню, чтобы не делать это все по 100 раз. Таскание, опускание.